Всем ха, ребятки, с вами, как всегда, ваш Andrew Racer Pro. И мой друг попросил меня показать вот эту колонку, которую я недавно вам показывал видео, как сделать портативную колонку своими руками. Вот такая вот колонка из-под банки Black Monster Энергетика. Она играет довольно слабо, так как там одноканальный усилитель. Давайте сейчас покажу, как это работает. Вот так вот она играет. Достаточно тихо, конечно, но чтобы посмотреть сериал дома или послушать музыку, вполне подойдет. А сейчас я покажу вам большую колонку, которую вполне можно относить на улицу. Я сделал вот такую вот бандуру. Повозиться с ней пришлось порядком. Очень заморочено, но оно того стоило. Получается, схема там такая. Точно такой же усилитель подсоединен ко второму динамику. Соединены они к одной батарейке и разделены в нашем мини-джеке на два канала. Минус у них общий. И что ж, давайте посмотрим, как эта колонка играет. Как вы видите, она играет очень громко. Но это, в принципе, не удивительно, так как там два усилителя и каждый на динамик. Что ж, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал Дэнни. Я оставлю ссылку в описании, так как это он предложил мне обзорить мою предыдущую колонку. Спасибо ему за это. На его канале вы найдете интересные самоделки. В общем, ссылка доступна для всех.